Здравствуйте, господа, здравствуйте, дамы. Всем привет. За что кино? Кино вот за вакцинацию в данном случае индюшат от болезни Ньюкасла и инфекционного бронхита. То есть метод, которым я сейчас буду работать, то есть вакцинировать, называется интраназальный. То есть закапывание в глаза и ноздри. То есть делаю это через систему, всем знакомую, наверное. То есть индюшонку будет закапываться в глаза или ноздри. Значит, вот сейчас на 70 мл воды разведено 1000 доз вакцины от болезни Ньюкасла плюс 1000 доз вакцины от болезни от инфекционного бронхита. Это соответствует вот через эту систему. Одна доза на две капли получается. Ну, ранее показывали, как считать, пересчитывать это все. Кому будет интересно, посмотрите. То есть берем индюшонка в левую руку. Вот так на коленочку я его ставлю и делаю это вот над ванночкой с дезраствором. То есть, чтобы капли, которые прошли мимо, не падали на землю, а падали в дезраствор. То есть регулирую сначала. Вот пошла капля, да? Чуть делаю ее медленнее. И все, и погнали наших городских. Вот один глазик. И в ноздрю. Все, готов. И так далее, всех по порядку. Закончили вакцинацию, начали с индюков, закончили цыплятами крупненькими. Почему так? Потому что цыплята разных возрастов, и вакцинировали всех одновременно. То есть график не соблюдался по той причине, что выращиваются цыплята разных возрастов. Дабы не было накладок, график не соблюдали. Вот, собственно говоря, и все. Всем привет, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал.